Представители коммунальных служб во главе с мэром города Сергеем Златогорским приняли участие в первом в этом году рейде по благоустройству. И вот первая остановка – железнодорожный переезд. Стали они вовсе не из-за надвигающегося поезда. Проехать дальше им помешал валяющийся на путях мусор. Ситуация неприглядная. Будем работать с ними. Всегда понимание было. Я думаю, сейчас будет. Сейчас пообщаемся с руководством и наведем порядок. Мэра города и членов рабочей группы заинтересовали пустующие земли в западном микрорайоне на территории Алексеевского шоссе. Поступило предложение отдать эти места под развитие бизнеса. Будущие хозяева торговых точек будут следить за этими площадями. Соответственно, здесь и мусора станет меньше. В ближайшее время этим вопросом займутся представители градостроительного совета. Уборка прошлогоднего мусора в самом разгаре. На очистку улиц от грязи вышли многие кузнечане. Потихонечку уже видна работа. Местами порядок наведен, ряд организаций, население уже, так сказать, проявили свою активность, готовят город к теплу, к зелени. Впереди самый главный праздник в году – 9 мая. Основные торжества пройдут на холме Славы. Этому месту особое внимание со стороны чиновников. Лестница, ведущая на вершину холма, не смогла пережить зиму. Результат – часть штукатурки обвалилась. Сейчас в оперативном порядке решаются вопросы о реконструкции этого памятника. Ну а коммунальщики, они все видели, да? Где грязно, там надо убирать. Где чисто, спасибо. Но пока еще грязных мест очень много. Анна Захарова, Вадим Воронцов. Специально для программы «Этот день».